Ну, значит, вылечу, если где-то что-то не так сделаю. Ну, так ты заранее хочешь это. Я очень сильно надеюсь, что... Обязательно лечу не должен стоять. Так, подождите, ребят, я вас мьючу, да, все. Мьючу. Или сами замьютитесь. Да можешь не мьютить, я не знаю, мне все равно вообще. Не, давайте я всех. На сервере замьючу быстренько, давайте. Угу. У него уже не тот класс машины, по. Да. Значит, пизды дадим. Значит, это не считается просто. Сергей, выходи тогда, Серега, пусть ставит. Нет, 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 пусть катается, пусть проедет, но будет не в счет все. Так, все, последнего. Что-то у вас вообще... Зитрон, Зитрон, помолчи, у нас тут трасса, молчи. А, все,
Да, конечно. Оторвался он и в механику со сцеплением. И как оказалось, это имеет большое влияние на время дома и время гонки в целом. Сделай. Сейчас доеду все куда. Стало время. А чел-то ливнул, да, на Субарике? Угу. Вы что-то прям Субарик, да. Есть какие-нибудь жалобы у вас? Давайте, потому что ТАСС улетел, так что сзади вас никого не видно было. Кто-нибудь кого-нибудь врезалось, скажите, не так просто. Есть такое на другую жалобу, там, не знаю, пихались? Нет. А, то есть все чисто проехали. Господи, какие вы прекрасные люди, а. Я вышел, я увидел, что у Сидпласса 740, у меня 800, я, видимо, не был проинформирован про то, что... Там в таблице код тюнинга написан, в которой машину, когда вот смотришь, мелкими буквами. Я глаза долбился. Давай, мы тебя ждем еще тогда. Трапка грузимся. Карта. А, охуеть, короче, там есть, тут очень легко улететь, потому что прыжки, постоянные прыжки происходят, и там в одном месте будет это прям поворот на мост. Там вылетит с моста вообще на езде. Хорошо, спасибо, брат. Предупредил. Просто прикол в том, что эти трассы сделаны GTR в S1, и меня они казались очень шустрыми. Сейчас я смотрю, какая же это тошнотка просто для меня. Ну все, мы поехали, молчим. Угу. Я тоже выключаюсь. Thank you.
Я одного отключил. К сожалению, да. Охереть, да. Сейчас я спинпик запущу, то он лагает. Не знаю, что за фигня. Плохо. А что, прям в конце вылетел, да? Едьте, потом поговорим. Ты, Интон, сделайте ребят, пожалуйста, отправьте мне личку. Когда едете. Кто-то впереди ошибется жестко, потому что это на пару не догоняйте. Стоите, скажите. Угу. Как-то так. Перезапуска, что ли, больше не будет, если этот таз вылетел?
Так, все, собрался. Собрался, реально. Это моя самая сильная трасса, по идее. Жужжение. Гост, мини, пожалуйста, прости. Возможно, меня за это оштрафуют. Я иду. Ну, блядь, ну тут ничего такого не было. Чек выпихнул. Пытался, но нет. Бля, я опять тут без статуса. Извини, пожалуйста, будет. Я вот. Легко выбрать что. Я на фильм сосу. Ой, блядь. Офигеть. Дима, не забудь скрин, пожалуйста. А, уже сделается. В процессе. Подожди,
подтверждение делал. Да, что жду я просто так. Это парень, мы друг, что ли? У турнира всегда могут возникнуть проблемы, когда их совсем не ждешь. Ну я тоже вылетел раз. Я видел, кто-то у нас из Дискорда вылетел, из голосового канала. Да. Ты был? Да. Не, надо было все-таки заранее поменять батарейки, у меня несколько раз отключился. Заебись. Ну, кайф. Ладно, я сейчас быстренько батарейки пойду поменять. Давай, мы сейчас... Мотоскрин отправил, а то я забыл. Итак, гоночка начинается, посмотрим, что я смогу сделать. Мне кажется, конечно, что очень много, но... О. Люблю делать ошибки. Привет, ребята. Чего вы такие быстрые? Слишком быстрые. Да, это было плохо. Это было очень плохо. Пытаюсь, конечно, поймать слепстрим. Но мне кажется, что моя судьба здесь быть четвертым. Вот это мой значок. Перевожу. А ты не понял, что это было. Почему они уезжают от меня? Ничего не могу сделать. Так, кусты, еще кусты. И оп, кусты. Не ложайся.
что поделаешь. Хотел бы я ужасно. Дима, не забудь про это. Слушай, а почему дождь? Нет. Потому что я люблю дождь, понимаешь? Я сука садист, понимаешь? Я люблю, чтобы народ страдал, когда ехать мои трассы. Это из этого просто на финише там слезы потекли, блин. Что вот заканчивается. Все, выключаемся, давайте.
Херню я сотворил, короче. Да, блин, так бы мог вообще выиграть. Не, ну, был красивый таран моста, я считаю, конечно, это был шедевр, а... Вот, я там тоже вынесу, блин. Там кочка есть, да, на тротуаре там я пока летал. На первом кругу так в задницу так пристроился, я думаю, ох, сейчас, сейчас, наверное, меня выкинут, лишь бы не выкинуть. Ну, скрин сделай только. Я уже так жопу напряг, я думаю, ну все, или бы сейчас выкинул, пожалуйста, только не ошибись. Так, ну что вроде врезался? Там видел, как это стоит там в начале было, но там чуть не сильно не пострадал. Селика в меня, я в аркаду немножко, и ну там. Ну ничего такого страшного нет. Да. Гоночный инцидент. Да. Так, все, сейчас дайте почитаю, это несколько секунд прям. Считай, я так приду сейчас. Две минуты. Да, давай. Ребят, там есть смысл всем говорить, кто там, какие места знания, или только первый, второй, третий сказать? Да давай всем, как бы, интересно. Просто я знаю, что это все не третье даже, но интересно посмотреть все-таки. Так что давай всем. Но когда мы первый раз запустили эту трассу, господи, как меня материли все. Ой. Типа, какую хуйню ты сделал? Че, говорите, микрофоны можно не отключать? Ну, не отключаю, тут нет смысла. Скажи, там точки торможения часто все пропускали? А, точки торможения? Слушай, да, в одном участке, да, очень часто пропускали. Вот. Ну, это как бы там. Вам вы просто говорю сразу, едьте с осторожностью, потому что нихуя не будет видно. Понятно. Потому что вы сейчас увидите погоду, и вы поймете, какой там пиздец. Освещенных дорог там нет, насколько я помню. Спасибо, что приободрил, но мы как-нибудь проедем. Нет, я не приободрил, я просто готовлю к тому, что там, ну. Жопа. Я говорю, приободрил. Сначала сказал, что вам полная жопа, вы там не проедете, вы, короче, все. Все улететь. А как же тройка лидеров, они-то прям на серьезке едут? Типа мы мешать будем им, наверное, своей болтовней? Да насрать вообще, ребят. Ну ладно, давай, ребят. Удачи тебе. Можешь даже перфоратор включить. А вы-то чё не... А, ладно, мы втроём едем. Кстати, уже забыл. Не, там Эва, у него тоже первая-то. Я, знаете, я быстрее по вашим голосам пойму, что вы доехали до нужного момента, чем по стриму. Сначала тут ничего не сложного нету. Может. Дождик, ночь, кайф. И тут гроза вообще стоит. Нет, или ливень тут стоит. Короче, тут максимальная хуёвая погода стоит. Ой, ёптать. Мне кажется, у нас все на Субарике догонят тройку лидеров. Ой-ой-ой. Слева, слева. А, ну блядь, уже проехали уже. Серьезно? А что? Ну, идея, в принципе, прикольная. Блин, забавная хрень. Уси. Там дальше будет пиздец, я вам так скажу. Там будет очень узко. Прям пиздец узко. Бля, какая же погода херовая. Я старался. Димона что-то не снес просто, блин. Бывает. Я там сбоку, короче, ты ехал, думал, прям там его взять. А смотрю, ты такой поворачиваешь спокойненько. А чё, можно тройку лидеров обогнать и шаурму себе забрать? Можно, конечно. Морога вообще. Может, просто хочется кушать, поймите. Давно, неделю уже не ел.
эту неделю не ел, с нами сейчас не общался, наверное. Да нет, как выйдешь, общаюсь и... Борис за шаурму! Хочу кушать, конечно. Слушайте, на этих скоростях так скучно, вы тут часто куски проехали? Мы когда ехали это с 1900 на шоссейке, такой пиздец был! У нас там все вылетали просто, а потом мы эту трассу поехали, короче, на лимузинах вот этих, которые Кадиллаки. Нормально. А так мы вот этот кружочек маленький проехали. Блять, мы такой угол брали, не представляешь, просто там поместиться все. Мы там втроем заезжали в этот угол, в этот круг, понимал? Нормально. Не, ну в принципе, реально Япония, то есть тут в дрифте по участкам можно пройти. Зацепил тебя. Я говорил, что два круга будет, не? Еле там, блядь, понесло вообще, блядь. Да меня тоже, я еле-еле задел. В дождь вообще нестабильная тварь. Ну ты чё так, ну в смысле? Как вам проехать? Да подожди. Я там где-то по полю проезжать сейчас буду, пацаны, осторожно. Да. Пока дрожишь, подожди, что, ну куда ты? Ну не прямо она такая, блин, я думаю, там вообще трэш какой-нибудь. Да, да, по сравнению с Дантесовской, это вообще лайк. Это вообще так, херня. Да, можно пьяным даже проехать. Корбили, но ладно, я понял, надо будет стараться еще хуже делать. Да нет, там просто не видел вообще трешовые трассы. Да, где 20 минут чекпоинт взять не мог, один. 20 минут я туда-сюда прыгал. Надо будет посмотреть, кинь вот публикацию потом посмотрю, эту хуйню. Да, по скалам на джипах надо ездить.